хороший друг. Мне очень нравится проводить с ним время. Многое было бы и вполовину не так весело без него. Почему? Ну, с чего бы начать? Он отличный товарищ в битве. Он реально может надавать по жопе монстрам с его этим карате. Он умеет готовить вкусняшки. Когда кажется, что все вышло из-под контроля, он всегда придет на помощь. Он отлично танцует и даже играет. Кроме того, хоть я и не прошу, он всегда оберегает меня. А еще он любит обнимашки. Так что вот так. А еще однажды он сказал, что я самая крутая девушка. И я думаю, что он самый крутой мальчик из тех, что я знаю. Он мой лучший друг.